необходимо провести с правообладателями на пляжах инструктаж, чтобы их спасатели информировали единую диспетчерскую службу, она в муниципальном образовании существует в каждом, либо через единый 112 о формировании смерчи и визуально, которые они наблюдают. Это позволит вам на муниципальном образовании своевременно принять решение о оповещении населения. В перспективе в Краснодарском крае появятся специальные радиолокаторы, которые позволят выявлять и контролировать точки, где с высокой долей вероятности может сформироваться смерч. Строительство первой такой станции запланировано в районе Геленджика. Пока же обнаруживать и контролировать смерч можно только визуально. Глава курорта Юрий Поляков поручил городским службам провести дополнительные инструктажи. Мы не можем знать о том, что будет через час, через два. То есть мы смерч получаем с вами по факту. Вот он образовался и вот он прошел. Поэтому у нас у всех расписаны мероприятия, как нам действовать. Это касается оповещения населения, все службы, МОП-СПАС, все. Все знают, как нужно действовать. Знаете все? Поэтому эти вопросы держать на контроле и руководителям лишний раз не мешало бы проинструктировать всех своих подчиненных.